Здравствуйте! В эфире срочный выпуск «Школьного квартала». Главной темой стало то, что у Яшковой Любовь Михайловны юбилей. Давайте же посмотрим, как она проводит свой праздник. Яшкова Любовь Михайловна – неординарный человек. Талантливый педагог и воспитатель, влюбленная в свой предмет – химия. Яшкова Любовь Михайловна является автором целого курса различных методических разработок по химии. Их используют в своей работе учителя и учащиеся не только города и области, но и других регионов. Любовь Михайловна является эталоном учителя для целого поколения учителей химии Ульяновской области. Любовь Михайловна руководит командой школьников Ульяновской области, участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады по химии. Занимается теоретической и практической подготовкой этих учащихся на учебно-тренировочных сборах. Любовь Михайловна имеет почетное звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации». В рамках приоритетного национального проекта образования она стала победителем конкурса «Лучших учителей России». Мы все гордимся, что в нашей 42-й школе работает такой творческий педагог. С Любовью Михайловной нас связывает очень много. Мы знакомы с ней уже 38 лет. Любовь Михайловна являлась моим классным руководителем и любимым учителем химии. Именно примеры ее самоотверженного труда, ее безграничной любви к детям помог мне выбрать мой жизненный путь – стать учителем. Но несмотря на то, что уже столько лет мы являемся коллегами, я до сих пор учусь у нее, что значит быть настоящим учителем. Когда говорят о 42-й школе, постоянно вспоминают имя Любовь Михайловна Яшковой. Потому что именно этот человек, именно этот учитель сделал для 42-й школы такое количество открытий, воспитал такое количество учеников, которое не поддается учету. И вот совершенно недавно на одном совещании большой руководитель мне признался: а ведь я учился, Любовь Михайловна. Я его спросил: вы же учились не в нашей школе. Да, я учился не в вашей школе, но приходил заниматься у нее и во многом благодарен ей. Любовь Михайловна, на таких людях, как вы, держится наше российское образование. Дай Бог вам всего хорошего, успехов, здоровья и побольше новых идей. Счастья вам! Уважаемая Любовь Михайловна, разрешите поздравить вас с юбилеем и пожелать вам безоблачного счастья, крепкого здоровья, понимания и тепла, фантастического везения, больших успехов, отличного настроения, чуткости, веры в хорошее и доброе, внимания и заботы, замечательных друзей, сказочных мгновений, психологического комфорта, только счастливых случаев, радужной мечты, огонька и задор, побольше свободного времени, превосходного самочувствия, вечной молодости, желание идти вперед, возможности чаще расслабляться, доброты и нежности, понимания и поддержки важных и желанных событий. Я очень хочу поздравить Любовь Михайловну с праздником, с юбилеем. Любовь Михайловна, вы для меня очень важный человек. Дорогая Любовь Михайловна, поздравляем вас с днем рождения. Хотим пожелать вам, чтобы ваша жизнь была насыщенной картиной. Хотим пожелать вам побольше терпения, чтобы ваша сияющая улыбка была на вашем добром и красивом лице. Желаем периодической системы счастья и здоровья. А также хороших учеников, которые всегда будут равняться на вас. Дорогая Любовь Михайловна, спасибо вам за наши знания. Желаю, чтобы все были здоровы и чтобы над вами сиял солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтобы остались жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали.